Свой профессиональный праздник они, конечно, встречают на сцене. Среди зрителей и строгие педагоги. Вечер пластики – своего рода экзамен, когда студенты и актеры показывают, чему научились на основных, помимо актерского мастерства и техники речи, дисциплинах театрального факультета. Танец, ритмика, сценический бой. На ежедневных занятиях рождаются яркие номера. Историко-бытовые танцы всегда в программе. И обучение, и концерты. Артисты танцуют кадриль, мазурку, танго, всех названий не перечислить. А студенты-первокурсники по традиции исполняют торжественный польский танец шествия «Полонез». Без фехтования артисту тоже никуда. Сцены с рапирами особенно впечатляют зрителей. Все элементы и комбинации опасного, но особенно интересного искусства студенты тщательно отрабатывают с педагогом. На суд зрителей выносят результаты многодневного труда. Кафедра сценического движения в Институте искусств появилась через год после его открытия, 54 года назад. Поздравить студентов и педагогов с Днем театра и оценить их работу пришли ее первые преподаватели. Светлана Карабанова и Мельпомена Дружина, можно сказать, основали кафедру, без которой обучение будущих артистов невозможно. Вообще здесь работают энтузиасты. То, что мы когда начинали, у нас и зал был немножко не такой, и не было даже станков. Мы держались, в принципе, за окна практически. Вот. Долго воевали с художниками, потому что им тоже пространство нужно было. Ну, в конце концов, вот образовался вот этот зал. Надо сказать, что она постепенно набирала силу, кафедра. Заложенные здесь традиции преподаватели сохранили, но, безусловно, со временем появляются и новые. То, что сегодня актуально на театральных площадках, нельзя не брать во внимание при обучении в актерских вузах. Сейчас очень много студенты должны уметь физически развитыми. Вот, потому что и театры, мы видим, что театры развиваются, существует различная сценография. Это могут быть, я не знаю, какие-то лестницы, это может быть что-то, ну, то, что... чтобы актер, он выдержал все вот новшества не только в нашей, ну вот по нашей дисциплине, скажем так, а в целом театральная жизнь, театральное творчество. Этот год для Института искусств юбилейный. Уже 55 лет этот вуз выпускает актеров, художников и музыкантов. На мероприятия Института искусств всегда приходит немало зрителей. А для любого артиста полный зал и аплодисменты публики – лучший подарок. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.